И одесский велосипедист Руслан Верин вернулся домой. Путешественник преодолел на велосипеде более 14 тысяч километров за 190 дней. Побывал он в Молдове, Румынии, Болгарии, Турции, Иране, Пакистане, Индии, Непале, Мьянме, Таиланде, Малайзии, доехал до Сингапура, и все это на велосипеде. В аэропорту, в одесском аэропорту, его встретили салом и украинской горилкой. В большинстве случаев знали Украину очень хорошо знают. Особенно футболистов, спортсменов, центр Европы, и думают, что у нас суперэкономика. Ребята там с Малайзии, когда: «О, велосипед с Украины. А, ну да, у тебя с Украины хороший, у тебя все качественное». Я говорю: «Ну как бы, это не украинский велосипед, и сумки не украинские». «Не-не, все равно у тебя все». Говорят: «Это у нас тут с Китая все, потому что мы в Малайзии бедные и несчастные». Мне с Иерусалима привезли ниточку и немножко земли. Это я ему все тихонечко и завязала. Вот мама с бубонами. Ну, конечно, где-то там у меня в душе есть какая-то надежда, что все оберегала его, переживала. Конечно, слава богу, все хорошо. Вы очень волновались. За какую страну больше всего? Я волновалась, когда он был первый раз, когда в Африку. Вот это тогда больше я волновалась. Сейчас как-то уже поспокойнее. Потому что я знаю своего сына. Я в своего сына очень верю.